Завтра, 23 февраля в 3 часа дня в Театре оперы и балета пройдет концерт патриотической песни «России верные сыны». Прозвучат советские и российские народные композиции о России. На сцене солисты оперной труппы. Ленинград в блокаде. Девушки-пилоты и девушки-техники должны проявить выучку, отвагу. Ко дню защитника Отечества на большие экраны выходит два фильма о героях. Кинокартина «Воздух» расскажет о советских летчицах и их подвигах. Фильм больше художественный. А вот вторая картина основана на реальных событиях. Это фильм «Командир». Речь в картине идет о событиях 1988 года в городе Орджоникидзе, когда террористы захватили школьный автобус. Если кто-нибудь из детей пострадает, наши переговоры потеряют смысл. Чем закончилась история, смотрите в кино. 23 февраля Театр кукол показывает спектакль «Бар. Ой, рябина кудрявая». В необычной постановке задействовано 60 кукол. Это признание в любви тому краю, где родились и жили. Воспоминания льются в стаканы. Добрые, грустные, трагичные. С грустью, любовью и с юмором. Так описывает спектакль режиссер Анатолий Вещиков. Два представления в 18.00 и 20.00 дадут для повзрослевшего зрителя возрастной маркер 16+. Хоккейный «Енисей» 23 февраля встретится с новосибирским «Сипсельмашем». Шанс для нашей команды спустя 10 матчей ощутить радость победы. Начало в 15.00. Приходите поддержать нашу команду. В субботу, 24 февраля, в БКЗ пройдет благотворительный концерт «Обреченные на бессмертие». В программе в том числе выступления актера и певца Дмитрия Дюжева, а также Владимира Конкина и именитого дирижера Владимира Ланде. Начало программы в 19.30. На сцене шедевры классической музыки от симфонического оркестра и Красноярского камерного хора, а также стихи и проза. Артисты зачитают отрывки из дневников бойцов российской армии. Сбор от продажи билетов направят на поддержку военнослужащих Красноярского края. Мотогонки всегда мощно и зрелищно. 24 числа с 12.30 можно посмотреть на состязания экстремалов. Среди участников Максим Барабошкин из Усть-Илимска. Он чемпион мира в командном зачете по мотогонкам на льду. Место встречи – стадион «Сибирь», улица Рейдовая, 43А.